И там же, в Ватикане, есть написано, откуда мы появились. 600 тысяч лет назад несколько групп летательных аппаратов больших, огромных, прилетели и колонизировали вот эту северную часть земной земли. Южную часть мы не берем, потому что там написано, что там уже жили. Ты голубоглазый, да? Конечно. Значит, ты с Ориона, а я с Сириуса, зеленоглазый. Там есть планеты, системы. Ну так, по-моему, надо. Это же получается, что прилетели инопланетяне и населили, наверное, населили планету. Да, 600 Земля. Тысяч лет назад. И на Луне лежит корабль вот этот, который, сколько там, 5 километров длины и 500 метров высоты, да? Вот, который американцы летали и засняли его.